from beyond. Nothing but the genius shape. Сегодня я покажу, как установить кастомную рекавери на телефон без помощи компьютера. Для начала скачиваем приложение. Ссылки будут в описании. Открываем TVRP Manager. Предоставляем ему root права, после чего выплывает предупреждение. Нажимаем Yes. Заходим в меню приложения. Выбираем Install TVRP. Device Name – это модель вашего телефона. Ищем ее в списке. Тапаем на Recovery Version to Install. Выбираем самый последний выпуск. Install Recovery. Начнется загрузка файла. После чего выйдет предупреждение. Тапаем Yes. Тапаем Yes для перезагрузки телефона и входа в Recovery. Теперь у вас есть кастомная Recovery. Кто не знает, кнопка Reboot для перезагрузки телефона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!